У нас осталось совсем немного времени нашего прямого эфира. Так не хочется с вами расставаться, но у нас вот настал час подведения итогов фотомарафона, и мы хотим объявить победителя. Напоминаем, что тема была варежки, перчатки, рукавицы, которые у вас есть зимние, потому что сейчас очень актуальные, морозы грядут, говорят. И очень много пришло реально таких креативных, даже для меня неожиданно было. Теплых, уютных. Я бы до многих идей точно не додумался бы, потому что посмотри, какие оригинальные работы, коллекции варежек какие. Ну, вот победителя мы признали автора этого снимка, Диана Воронович. Мы вас поздравляем. Диана, набедренная повязка из варежек, это интересно. Здорово, да. Должно быть тепло, если так выйти. Вас ожидает подарок от нашей программы. С вами свяжется сейчас наш редактор, поэтому будьте, пожалуйста, на связи. Но еще один подарок, мы сейчас узнаем, какой нам преподнесет погода сегодня.